Трани, Вани. Короче, продолжаем нашу демагогию. По парку гулять. Короче, пошел сегодня в этот мегафон. Закрыл этот номер. Короче, все-таки пришлось мне закрыть его. Оплатить его. Да, оплатить захотелось. Надо. То есть оплатил этот. Ну а чё? Кто-то сделал ошибку, а я, короче говоря, за этот конченый мегафон заплатил. Понимаешь? Видишь, как получается, ребят? Когда вот если, ребят, мне просто вот нервоз насчет вот этого вот. Потому что вот некоторые такие вот чурчехилы, прости господи. Ну, хочется матом сказать. А не то есть, ну, мат, извини меня, как-то тоже не катит. Ты там хоть матом, хоть не матом гни. А приходится вот так вот делать, да. Вот эти твари, проститутки. Видишь, какая красота. Рябинка, да. Да, рябинка. Вон она. Не знаю, она вот такая вот, смотри. Вон она. Такая желтая. Желто-красная. Всякая разная. Ой, как, короче, вот так вот, ребят. Когда покупаете телефоны, ну, какой-нибудь там, ну, у оператора, вы, ребята, это проверяйте. Понимаете, проверяйте обязательно. Чтобы не было такой ситуации, чтобы потом не пришлось платить еще за воздух, прости господи, за ту услугу, которой вы, извините, не пользовались, да? Дадут один договор, да? Оплати по двум номерам, понимаете, ребят? Короче, вот так вот. Обалдеть.